Привет, я Нокс, это завтрак на бегу. Собираюсь на работу, жутко опаздываю, потому что я очень плохо встаю по утрам. Вот. А вы как встаете? Пишите в комментариях. Это мои бутеры на сегодня. Бутер с какой-то там колбаской, яйцом обжаренный, с морковочкой, с луком. И сверху еще немного грудиночки. Мяса много не бывает. Овощи, овощной салат. Это из зелени, которую я набрала у своей подруги, из того, что завалялось в холодильнике. Заправлено маслом и бальзамическим соусом. Овощей тоже мало не бывает, поэтому у меня обжаренные кабачки. Сезон кабачков открыт. Это мне от подруги. Парочка горошков. Горошки прикольные, он вкусный. Тоже со своего огорода. Пью кофе с цирконием. Смесь я эту адскую навертела. Кофе хватает надолго. И что я сейчас читаю? Продолжаю читать «Куриный бог» сборник Мария Галина. Вот, кстати, самый классный рассказ оказался заглавным. Вот то, что мне понравилось. Сами рассказы очень разные. Такое ощущение, это писалось на какие-то конкурсы или что-то вроде. Ну, бывает такое, что писатели участвуют по первости в конкурсах. Взяла полистать. У меня появился новый гаджет. Вот такой вот страшный штук. По наследству передали. Вот. И теперь буду смотреть, что с этим можно делать. Вообще сначала в механизме надо разбираться. А то мы же русские, мы не читаем инструкции, пока ничего не сломается. Но тут я хочу поступить наоборот. В общем, возьму с собой метро, полистаю. Ну и продолжаю листать кулинарные журнальчики. Осень. Сейчас... Сезон овощей, сезон всего вкусного, что у нас произрастает, ловите момент, надо обязательно. Вот у меня будет выходной, обязательно что-нибудь поэкспериментирую. Вот, как вы там, пишите, что у вас в жизни происходит, как вы завтракаете, о чем вы думаете. Я сейчас очень устаю, поэтому у меня практически не бывает свободного времени. Я либо отдыхаю, сплю, либо пытаюсь хотя бы 5 минут заняться спортом, привести себя в норму, потому что... Когда живешь в таком стрессе, очень много ешь, и это откладывается на твоих боках. Вот. Да. В общем, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мои другие каналы, я иногда мелькаю там. Вот. Всем хороших книг, вкусной еды. С вами была Нокс. Пока-пока.